Ребята, всем привет, с вами Александр, Jurassic World Live, и настал долгожданный момент, на который я долго-долго собирал, короче, деньги. Да, в общем-то, я мог качнуть и раньше, но качаем вот только сейчас на 28-й, и думаю, на 29-й уровень мы тоже его качнем. У нас как раз притирочку 200 тысяч! И сколько стоит? 250 или 300 тысяч стоит последний уровень, на который у нас, конечно, генов не хватает. Так, создавать можно, да, но, не на, блин, жаль, что не показали, сколько, 250 или 300 тысяч нужно. Все равно у нас денег не хватит на это дело. Но у нас есть предмаксимальный, ребята, и первый, 29 уровня динозавр. 4500 на 1600. Такие у него нынче показатели. Ну и попробуем посражаться им, конечно же. Так, надеюсь, нам попадется наш индораптор. Обновленный, улучшенный. Да, вот он попался. Ну, начнем, давайте мы с магнеперитора. Чтобы походить первым. Ух ты, Алыч, какого ты уровня? 22-го. Что ты здесь забыл? Ну, у него никаких ударов нет. Ладно, давайте начнем с такого. Ух, кританули. И он кританул. Оказалось бы, да? Оказалось бы-то, чего там стоит. Но нет, он взял и порвал нас. Ну, ё-моё. Не пробиваем. Представляете себе, несчастный 22-й аллозавр. Каких тут проблем насоздавал. Должен был бы подмениться, по идее. Нет, ну, кританул. Надо было критануть с первого раза. Так, моно стега топс. Но он нас сейчас может уничтожить. Конечно же, нейтрализация. Ай-яй-яй, нехорошо так, как получилось. Ух ты, ё, блин, а тут-то у него нейтрализация за нейтрализацией. Очень неудобный противник. Ну и уклонение здесь, конечно, нам не поможет. Он сейчас опять нейтрализацию нам зарядит. Просто нагибает. Команда противника очень сбалансированная. Так. Ну что, у нас пока что все шансы на победу есть. Так. Ну, индораптор. Не подведи. Да! Ух, ну было напряжно. Фу, ну что, продолжаем банкет. Кто на нас? Так, ну именинников у нас сегодня нет, к сожалению. Ну давай. Иммунитета у него нет, тогда посмотрим, что выберет, невидимость или очищение. Очищение. А он быстрее нас оказался. Черт подери.
Но мы кританули, это круто. Но он нас все равно пробьет. А может и нет. Ха-ха-ха! Уничтожили. Это зачетно. Так, ну мы будем, думаю, быстрее, чем следующий противник. Аллозавр. Ё-моё, чё-то в трендах аллозавр у нас. Неплохо. Так, минус один. Ну, Алыч раздает, да. Что там у тебя? Туаромолох. И нарвались таки, да, на сильный удар. Но не будем подменяться. У него иммунитет. Давайте на броника сменимся. Это, конечно, нехорошо. Блин, на него это все не все это не работает. Но добьем его. В принципе, следующая контратака его убьет. Был бы без иммунитета, было бы все проще. Увы и ах! Не хватило силёнок у пости Метродона. А какая гигантская булава у него. Так, ну Стигадей это больно. Нужно именно вот так. Не пробил, вы посмотрите на это. Ну, контратака слабая, конечно. Эх, чуточку не хватило, да, чтобы выдержать. Крит, молодчинка. Ай-яй-яй-яй, на ярость-то нарвались. Так, ну давай, паралич, паралич, паралич. Молодчинка. И добивание. Отличная победа. И что нам тут дают? Итак, кто у нас пойдет? Кто пойдет? Кто смелый? Кто быстрый? Ну давай, Индоминус иди. Ты у нас медленный. Блин, у него нейтрализация, а у нас нет. У этого парнишки есть нейтрализация, да, мне, если память не изменяет. Оули, щет, это, блин, не у того парнишки, это нейтрализация, и у него вообще же иммунитет есть. Оу, еще и кританул.
Блин, ничего себе, 3 раза подряд уклонился. А, вот, все-таки нейтрализация есть у него. Не все так плохо. И у него нейтрализация. И иммунитет, конечно, это печаль. Иммунитет это печаль, беда. Я это предвидел. Умри, животное. Так, ну разменялись так себе, нормально, поровну. Так, мана стегатопс. Получи. Ах ты ж гад. Так, у него сейчас паралич откроется, да? Он, в общем-то, нам не страшен, но он нас убил бы, если бы у нас не было иммунитета. Так, ну мы и следующего сейчас можем проатаковать. Мы вряд ли уступим по скорости. А хотя вот этому парню, может, и уступим. И он нас уничтожит, это точно. Ну и подмениться мне, в принципе, сейчас смысла нет. Перезарядка 1. Ну, двойной урон же тут может прилетать легко. Да, вот он. Вот прилетел двойной урон. Ну и сделаем, наверное, и он то же самое сделает. Попал на Ютазина, но у нас иммунитет. Это он сделал зря. Отлично, 6. Я верил в тебя, Эндорис. Так, и там, по-моему, у нас уже какой-то инкубатор подоспел. Так, а нам все никак не попадется Индораптор, наш новенький прокачан. Ну ладно. Трики-трики. Ну что, невидимость? Нейтрализация? Это какое-то странное решение. А то такой неприятный мономим. Но мы с ним быстро разобрались, это радует. Ну ты быстрее, но мы можем сделать так. Так это я только что нарвался на паралич. Давайте снова. И он, блин, и я опережающий, и он опережающий. Сработал таки, гаденыш. Так, а можно вот этим делом воспользоваться? Yes! Мы так и вытащили. Вытащил трики наш. Молодец. Но ему больше ничего не светит, конечно. Контратаку он не сможет сделать. И он быстрее. Но это он, в принципе, даже зря сделал. Потому что мы его сможем проконтратаковать хоть немножко. Ну и я ему теперь сделаю то же самое. Потому что мне сейчас как раз нужно будет подменяться на кого-то другого.
Он использовал свой сильный удар. И теперь он мне, в принципе, не так страшен. У нас есть такая штука. Сразу можно бить нейтрализацией, потому что он, скорее всего, щит будет ставить. Да-да-да. Вообще-то, это... Вангуем, вангуем, да. Игра в Jurassic World Live — это вангование. Сквозь броню. Это то, что нужно. И у нас иммунитет. То есть его выходки нам не страшны. Кроме вот этой. Четыре костыря, ничего себе он кританул. Так, ну тут как бы без вариантов мы его пробьем. Даже этого прорыва. И вот так. Я не сражался раньше с Эрли Доминусами. Или как там они правильно называются. Так, и 12-часовой инкубатор. Двадцатичетырёхчасовой, ю-ху-ху. Так, кто же нам попадется? Ну, давай начнем с Ютаринекса. Так, этот парнишка быстрее, он будет что? Он будет делать нам больно. А мы его занерфим и убили случайно. Чё, ты такой суровый. Двойной урон, вот это да. Так, Ютазина. Так, что он там будет делать? Будет нас сейчас кошмарить, ладно. Так, ну сейчас он и походит. Это было неплохо. Ну почему его опережающий удар более опережающий, чем мой? Так. Ну сейчас это следующий, кто придет, да, должен получить мой. Да, Риндораптор, отлично, снижение урона, давай, получай. Ах, ты ж гаденыш. Не смей убивать моего любимого динозавра. Так, опережающий паралич недоступен. Блин, он сейчас меня просто уничтожит. Блин, как же он больно бьется. А он не исчез. Ха, и умер. Блин, вообще суровый этот Ютаринекс. Я прям даже не ожидал. Собираем. Как рады, прям 4 боя подряд и грузятся моментально. Неужто ли они там что-то наладили? И снова нет моего любимчика. Так, ну чё, мы тут как бы
пользуемся своим преимуществом в контратаке. То есть нам вообще по барабану его эти два удара были. А мы ему косарь урона почти... Не, ладно, 600 нанесли. Паралич, вот гаденыш. Но мы переживем. Блин, ах, кританули-то. И добили, таки добили, молодец. Умничка. Трики-трики, надо его прокачать. Но после того, как качнем индораптора, мне 250 тысяч нужно собирать. До 30 уровня. Так, у этого подлеца иммунитет. Так, будет ли он пользоваться своим исчезновением? Да, он попытался, но мы сейчас его лишим этого удовольствия. Так, можем вот так вот сделать. У него же там сейчас как раз двойной урон, да, должен быть на подходе. Ну-ка, блин, он с нейтрализацией идет. Не помогло. Так, ну он, блин, добьет нас раньше из-за того, что снижает нам урон постоянно. Нету очищающего удара, конечно, это плохо. Блин, надо было этим ударом воспользоваться. Счет я затупил. Мы его таки добили. А добили бы раньше, ё-моё, чё-то не обратил внимания, что он... Что он идет с дополнительным бонусом по урону. Так, парамолох. Первый удар у него обыкновенный. А второй идет с параличом. Мы, может, еще и выживем. Будет забавно. Почему это он не использует свой паралич? Кстати, бьет абсолютно обычным ударом, так? Наконец-то пробил. Так, давайте вот этого Туара Малоха вызовем. Какой у него удар? Да дайте клацнуть. Ха, не сработало. Это круто. Так, и это победа. Блин, пятая победа подряд. Или какая она там. Давайте откроем, чтобы он место не занимал. Так, и давайте глянем. Да, есть у меня индораптор. Блин, 5 боев, минимум 5 боев мне не выпадает индораптор. На схватке. Неужели? Неужели есть противник? Ну, может, сейчас нам попадется наконец-то индораптор. Ура, ребята! Индораптор, индоминус. Это круто. И трики-трики даже нам попался. Давайте начнем с индоминуса. Это хорошо. У нас иммунитет. Можно и исчезнуть. Но ему нужно подменяться.
Я его уничтожаю и так. Попал, но это не страшно. Трешечка. Таким себе, средненьким ударом. Так, мономимусы. Это он зря. Уничтожая. Блин, выжил, сволочь ты такая. Накажи себя сам. Этот прием называется «Накажи себя сам». Меняю 700 на 700. Он меня ударил столько же, сколько была контратака. Да что ты говоришь? Не хочу я твой двойной урон. Я тебя и так съем. 153, а в ответку 346. Семьсот шестьдесят, а в ответку смерть. И все. Очень даже шустро. Черт, я индораптором не подрался.